Со дня судьбоносного решения о возврате Дня Республики в список национальных праздников казахстанцы его отмечают второй год подряд. Этот праздник стал днем уважения и памяти национальных героев, внесших большой вклад в становление и укрепление независимости нашей страны. В Мангыстауской области стартовали мероприятия, приуроченные поистине к всеобщему национальному празднику. Мунайлы – один из районов, созданных за годы независимости. Большинство живущих здесь – наши соотечественники зарубежных стран. Население увеличивается с каждым годом и сегодня достигло более 180 тысяч человек. Поздравляю вас с Днем Республики, праздником всеобщего национального уважения и гордости за Родину. Каждый из вас вносит свою неоценимую лепту в процветание и развитие нашего района и страны. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, успехов в реализации намеченных планов и дальнейшей плодотворной работы на благо Казахстана. Накануне национального праздника были награждены ряд граждан, ведущих значимую работу в различных сферах района. Среди них госслужащие, железнодорожники, учителя и врачи, представители правоохранительных органов. От имени акима области им были вручены благодарственные письма. Я начал работать с 2010 года, и по сей день я служу на благо нашего района во всех направлениях. Ранее я получал различные награды за свой труд, но сегодняшнее показывает, насколько ценен мой труд. Я хочу сказать большое спасибо за это благодарственное письмо от акима области. Около 40 лет я проработала в первой школе, сейчас на пенсии, но продолжаю преподавать в школе Зирек. Сегодня я получаю награду от акима района. Поздравляю всех жителей Мангыстау с Днем Республики. Я горжусь тем, что живу в такой республике и рада, что могу вносить лепту в развитие своей страны. Также за особый вклад в развитие и процветание района рядом граждан было присвоено звание «Почетный гражданин Муналинского района». Один из них – отличник железнодорожной отрасли Халиулла Сахипов. Ветеран посвятил этой области 30 лет своей сознательной жизни. Первым местом, куда ступила моя нога после приезда в Мангистау, это был Мунайлы. Я трудился здесь в разных отраслях. Мне приятно, что мой вклад в развитие района высоко оценен. Кроме того, в преддверии праздника и в рамках празднования 50-летия сельского округа Кызылтөбе была открыта мемориальная доска Хайруле Каниеву, внесшему вклад в развитие села. Памятная доска установлена, чтобы служить примером для молодежи. Айжан Сабитова, Саламат Каипов, Дидар.